Всех приветствую, друзья! Сегодня воскресенье, 15 сентября, это город Киев, и я приехала на пароход, на метро Почайна, и еще раньше она называлась Петровка. Иногда мне пишут, что я не снимаю на Петровке, где я снимаю, спрашивают, так я отвечаю сразу, что я снимаю только на Петровке, только на Почайной. Я езжу только на эту барахолку. У нас не так много действующих барахолок, но это самая большая, самая активная, динамичная и интересная. Что ж, приглашаю вас всех пройти со мной по сегодняшней барахолке. Вот, друзья, довольно редкая статуэтка. Клеймо «Сватовство гусара». Меня когда-то давно спрашивали еще за нее. Это статуэтка. Трубочист, «Сватовство гусара», романс. «Сватовство гусара» редко и стоит она 8 тысяч гривен. Ваза богиня. Очень интересная статуэтка. Как она называется? Вот так и называется. Китайская школьница. Тут такое вот клеймо китаянка. Танцующая. Да, вот у меня такие хвостики. Если наши, я могу вам еще сказать, как называется. То эти, извините, я сама в китайском салоне. Туфельки. И сколько такая девочка стоит? Это 3. 3000 гривен? Вообще интересно, потому что китайские в основном какие-то или вазы, или мужички встречаются, а девочек... Очень интересные. Вот эти, да, это я вот ни разу не видела такой. Это дети, самое интересное дети. Дети, вот это, личики, это мимики. Какие-нибудь. Да. Это просто красиво. Это просто красиво. А вот это что за прелесть у вас? Лисичка такая. Это сысерть. Сысерть. Это какая-то комплектная? К ней идут еще какие-то герои? Или она одинокая? Лисичка, да, одинокая лисичка, как и называется. Да? И сколько такая стоит? Это 600. Просто такая сумка у нее тут все. Ну, важная. Ну, модница. Типа, а кто это? Это Бурунда. А производитель? ЛФЗ. ЛФЗ. Бурундук. Это такие вот... Чип и Дейл. Такого слова никогда не видел. Там какой-то Мурзик. Это такие не... ушки. Я даже не знаю, что они делают. И сколько такой стоит? Это 500. 500 гривен. Что у вас еще нового? Козлик? А, я видела, такие попадаются с обломанными ушами уже. Козлик такой. Козлик сколько стоит? 600. Я вижу, ваша коллекция парфюмерии растет, миниатюрок. А почем они? Или все разные цены? Нет. Что меня тоже спрашивают иногда. Это не 100 гривен. Это типа 100, да? 4. Эти верхние по 150. По 150. Флакон бантик. Это все бантики. Все брендовые. Их вот если сфотографировать, вот так и вылезет вот такое же... Большой. На 30, на 50, на 100 миллилитров. Жуть. Ох, какая бутылочка. Ухи, масла. Нету духов Москва. Масла? Нету, Москвы нету духов. Такие вот миниатюрки. Ладно, что ж, спасибо. А что это за чашка? Подождите. Это не мое, это мне... Это мне дали? Это дочка принесла. Ну, она битая еще кому-то. Это какая-то вообще немножко потрясающая. Понятно. Что ж, спасибо вам. Йогурт не заесть, если хотите. Йогурт. Не, я свой уже продала. А я не могу, у меня не тоже. Продавцы уже какой-то новый уровень, уже, чтобы не задавливали их ценами. Такие мадамы, покупатели, как я, пишут ценники. Там горости 90 гривен. Чашка 300. Жестяная баночка. Есть цены, картина,
аппетита. Горшок, кувшин, ложка. Здравствуйте. Чудо. Шикарный сервиз. И очень яркие компотники, я называю. Друзья, сегодня я наконец-то встретила Владимира и его магазин «Серванти». У него всегда много разных интересных товаров. Но я люблю серванти. Керамика, у него вазы, часы. Смотрите, какая статуэтка. Такая девочка в платье. Полонная. А сколько такая стоит? 4. 4000 гривен. Девочка. Вот это кто, не подскажете? Нет, это точно. А производитель может это? Нет. ЛФЗИ? Это же девочка на коньках. Спасибо. 4000 гривен. Очень красивенькая. А ему обовязково треба. Так, и вот еще интересная статуэтка. Это тоже полонная. А сколько такая стоит? Такая. 1200. Аленький цветочек. Тут есть надпись. 66-й год подарили. Очень красивая девушка. Девушки тоже старая. Городница. А городница сколько? 2000 гривен. Такие девчата. Очень красиво. И керамика. Такой петушок. А сколько петушок такой? 350. Такой вот графин на гарбузик похож. А вот такой? 350. Тоже 350? Вот какие еще тут вазы. Собака. Петушок. Какие цвета, смотрите, зеленый, коричневый, бежевый, но со сколом. Чашки. Такая вот керамика. И вон еще красивые вазы желтые. Да, да, да. Есть. Наоборот, как-то уже рука поднабивает. Сегодня на барахолке много интересных вещей. Керамики, статуэтки. Боже, а столько цапель у вас? Разные цвета. А почем цапли? 350 мишки. А вот этот вот парень на... Кто это? Кабан? Или буйвол? Это пан на корове. Пан на корове? Да, виноградовский завод. Виноградовский фарфор, да? Ой, фарфор, господи, керамика. И сколько такой пан? 1000 гривен. Прикольный. Прикольный он. Там ценник. Может, даже 900. Это просто фигурка, это не штоф? Да, да, это 900 просто. Гривен, да. 900. Прикольный такой. Нерасписанная одарка. 650. Ага, я вижу. У меня есть вообще нерасписанная, полностью белая. У меня есть идея ее расписать. Все, не доходят руки. Все ищут карася. Да. Я говорю, одни дамы оставили. У меня тоже была. Я долго искала, нашла. А сколько кармен ваша? 450. А гадание на картах или цыганка с картами? 750. Так. Что тут по мелким у вас? Вот эти курочки вообще классные, что все смотрят и не покупают. Боятся. Я не знаю. Это вообще. Сколько такая стоит?
50 гривен. 50. А курочка? То же самое. Тоже манюсики. А вот эта девочка? Еще 200, но это старая Германия. Старая Германия. Да, только мы не можем понять, довоенная, либо уже после. Супер, супер. А вот этот жираф? Это кто? Да, жираф у нас красивый. Это у них же есть не чудо-звери, как-то они называются, лесные звери, как-то оно так. А сколько стоит такой? Ой, сейчас я скажу, 320 гривен. 320 гривен. Да. Там есть зебра и еще кто-то, я уже не помню. Зайка. Я сегодня видела этого бурундучка. На зебру забрали вообще сразу. Зайки. Так, а вот это вот что у вас за набор? Это графинчик у этого. Прикольный такой вообще. Это кто? Я даже не знаю. А первый сорт или что это? Я даже не вижу. Так интересно. Такая бутылка. Чуть-чуть краски нет. И сколько стоит такой? 500 гривен. 500. Это тоже керамический, вот я не знаю, вот под кофе классно заваривать кофе, да, там, такой мне так кажется. Как... Или ну, цвет кофейный, а мне ну какой-то, знаете, китайский такой, для да, церемонии да, такой. Да, да. Прикольно. Ну это, Dyson, да? Почем? У вас уже второй появился? 350. Ну это классно в барбершоп, да? Да, эти усачи. Да, да. Ясно. Спасибо вам. Друзья, интересная находка. Такая вот шкатулка. Клеймо ЛКСФ. Стоит такая шкатулка 500 гривен. Сейчас чек все целенько. Как вам? Интересные статуэтки. Мальчик с фруктами. Мальчик с фруктами написан. Сделано в Японии. Вот еще девочка. И рядом вот такая малышка. Девочка. А сколько такая стоит девочка? 400. 400. Очень хорошенькая. С нотами. 400 гривен. Такая девчуля. Есть вот бабуля с солнцем. Клееная. Вот интересная миниатюрка. Не знаю, с какого это набора, но видела похожую тоже миниатюрку, еще меньше. То ли с кошечкой. А вот дама на лошадке. Золотая такая. А сколько такая стоит? 750? 750 гривен. Так, тарелки, вот животные. Собака. Собака гавкала. Слон, лисичка. Вот еще тоже животные. Вот попал, сейчас упадет. Да. Вазочка. Вазочка, кувшинчик, кувшинчик. Сколько такая свинья? 500. С шампанским. 200. Прикольно. Такая вот продажа с земли. Здравствуйте.
Кот Баюн. За 250, там с бульбашками, это очень старая глазочка. Кот Баюн, Киев. Сколько кот стоит? Полторы тысячи гривен. Вы говорите, рыжий, редкий, рыжий. Может быть, а может два, но мне кажется, что рыжий может реже. Реже, да? Хорош. За 250. Ясно. Птица. За 150 тоже разные малыши. А сколько такие стоят? По 100 гривен? А кто это производитель? Это точно не знаю. Не можете? Или Болгария, или Венгрия. Что-то импортное, да? Такие яркие они. Поставлю вазочки. А чайник с клубничкой сколько ваш? Чайнички, это самый большой, на 950. 950. Полетели. Да. Ложитесь в баиньки. Да, сейчас такой ветер вообще. Гитары, музыкальные инструменты, вон светильник с ракетой, желтый, считается ли белый, желтый, наверное, шахматы, музыкальная аппаратура, радио, часы, точилка для карандашей и вот такой вот парень. Пластинки. Всего. Ветер разбушевался. Все у всех улетает. Полетели статуэтки. Такие вот в оранжевом стиле. Довбыш миниатюрный какой. Лычик. А вот все, что есть. Это все, что есть. А там цены есть. Сириза. Довбыш. Кобальт. Там что-то. Ручная роспись. Довбыш такой. Чайный сервиз. А это ваш, да? Здравствуйте. А почем? Долбыш? 1700. А такой? 1500. А вот эти вот оранжевые, это как, набором у вас продается или поштучно? Нет, на все разные производители. А сколько долбыш такой? Хочется 800. Понятно. За редкость. Да, да, да. А вот такое? Эти по 400, пошотницы. Это пошотницы. Это не рюмки? Это пошотницы. Я шучу. Ну, всем что-то хочется, чтобы это были рюмки. Да, да. Да? Нет. А вот, удобно. А вот такой? 500. По 500. Они такие яркие. Да, по солнышке они очень яркие. Горят. А сколько стоит лось? 300. А вот этот? 350. 350. Кармен? 600. А вот это? Лево 700. ЛФЗ. Да, да, да. Ясно. Спасибо вам большое. Друзья, я снова сегодня пришла к Елене. Здравствуйте. Здравствуйте. В ее магазинчик, павильончик. Тут вижу массу обновлений. Все интересно. Елена, идем так. Конечно. По столу, по порядку. Так, это мы видели. Да, вот. Что это вот это за песня? Это вазочка Тарас Шевченко. Миниатюрная, 150 лет. Да, коростный. Коростный. 50-е годы, экспортное клеймо. Много позолоты еще. Да, на месте. В принципе, на водяном состоянии в пользовании не было. Коллекцию. Сколько такая? 1500. Так, следующий. Это тоже Коростень. Тоже 150. Угу. Шевченко. Вазочки такие миниатюрные. Мне ручные кажется, часы. Что это или чернильница была, или подсвечник. Ну, можно и маленькие цветочки, которые будут срабатывать. Коллекцию, да. Глаз. Сколько такая стоит? Тоже 1500. 1500 гривен. Так, идем дальше. Новые чашки. Чашки кобальт. Чертополох.
Ух ты, я такой принт не видела. Большая, на 600 миллилитров. Есть немножко сход позолоты. Угу. Надпись и... дарственная. Но не новодел? Нет, но они тоже сейчас как бы... Вот мужик, к сожалению, плохо видно. Стерлась. Да, он тоже довольно-таки редкий. Две у вас, да? Да, да. Классный такой, такой принт. 71-й год, то есть как бы уже по 50 лет чашка. Сколько? Они по 700 гривен. 700 гривен, такие да. Большие. Есть два мальчика на санках с разным клеймом. Угу. Вот есть это Полонна старая. Красный и синий, и да? Синенький, у нас старый Киев. Старый Киев. Киев. Мне Киев больше нравится, мордочка. Такая раскраска, угу. То есть, ну, как бы вроде... Одно и то же? Да. Присматриваешься, ну, не совсем одно и то смысл же. Смысл разный. И сколько стоит? По 900 гривен. Любой? Да. А что это за куропатка? Это у нас... Или это не куропатка? Тетерь. Тетерь. Что-то я... в таком роде, да, 400 гривен, тоже все ручная калина, роспись. Калина или что-то, рябина? Рябина, скорее всего. Тут. Хвост, все целенькое. Красавчик. 400 гривен. Что у нас? Сервиз кала, который... Да, да, все да. Ждет. Ждет своего, да, хозяина. Даже не кала, а кольц. Фарфор из ГД. Белоснежный. Да, в новом состоянии. Сколько стоит? 4000, по-моему, да, говорили, да? Да, да, со всеми. Со старой даже бумагой. Да. О, а вот это что за чайники интересные такие? Это, скорее всего, Васильков. Но не буду утверждать, на 100%. Вот, нет, получается... не наклеят ничего. Ну, как бы тут... Ну, нет, это... не уверена я. Может быть, и другой. То есть мы не будем утверждать. На 100%. Получается, маленький доливной. Им можно пользоваться, конечно, все там внутри. Да, не будет проблем. Он абсолютно новый. Тоже залит. Использования не был. Абсолютно чистенький. Тоже такой набор 900 гривен. 900 гривен. Да. А вот это вот что за чайные пары? Не это было? Же, да, вроде это довольно-таки бы... редкие. Тоже ручная роспись. Крем-гэс. Крем-гэс, да. Да, вот такие вот по 800 гривен. Хороший такой размер. Супер, супер. А чайник, это что же, да, ручная роспись? Ручная роспись, тоже крем-гэс, 600 гривен, тоже новый. Много позолоты такого, старенький. А что у вас есть из бижутерии нового и новогодние игрушки, может? Новогодние игрушки, елочные игрушки. Все еще старые. Все старые. Да не может быть. Не знаю. Вчера был просто аншлаг. Да? Все пришли. О, с биркой даже. Да, это шарм от Мане, которого все так любят. А куда этот шарм? На браслет, скорее всего. На браслетик. В принципе, можно на любую цепочку. Такой крупная застежка. Ну, то есть, мне интересно, что оригинальная палетка. Угу, угу. И сколько такой стоит? 500 гривен такой. Это то, что довольно редко попадается. Был сережки новые, все американские винтаж. О, у вас не было сережек? Да, это не было. Это уже новое обновление. Это не клипсы, именно как сережки? Именно сережки. Угу. Потому что как бы некоторым тяжело клипсы. Как по мне, так большинство в стиле Шанель. Да, да, да. Такая вот классика. Вот есть маркированные от Мане. Тоже очень редко попадаются. Зеленые вообще. Такой с эмалью. Да, очень подсыщенные. По 700. И почем сережки? Разные цены. В принципе, такие простые по 200-250. Мане 800. Такие по 500. Угу. И так дальше. Вот есть тоже такие, как самолетик даже. Ух ты, классные такие, как крестики. И сколько да. такие? Такие по 400 будут, вот, да. Вот две разные пары. Угу. Не, ну вот эти. Лаконичные. Ну, вот это. Вкусовщина. А вот это что такое? Это такие листики. А какие у вас? Такие по 100. Сомы. Ага. Да, такие более летние, конечно. Угу. Но опять-таки... Интересно. Праздник интересно. Надо себе устраивать всегда. И не только летом, да, когда мы раздеваемся. Ясно, ясно. А по статуэткам у вас ничего нет новенького, интересного? Я не помню девочку. Показывали видели. Девочку, значит, да. Все. Там у вас да. все мы видели. Лыжников мы показали, все остальное у нас в процессе. Да, да. А вот эта девушка с козлом, с козликом, ангелочек. Это импортная, да? Это нет. Нет? Нет. Это Коростынь. Коростынь? А, да. Я такой вот не видела. Это, скорее всего, где-то уже 2000-е, когда завод закрывался. Да, да, последнее клеймо. Да, то есть он бы... Такая стоит 1500. Такой перламутр. В новом абсолютно угу. состоянии. Цвет не передает. У него волосы как седые, а у нее зеленые. Такой, ну, даже если угу. на свет брать... Да, все равно будет. Серое, а не зеленые. Такая... Интересно, интересно. Так. А вот эта девчулечка? Вот это вот Германия. Такая статуэтка.
Симпатично. Я такую беленькую видела. Такая, похоже, да, очень. Интересно. Это как-то собирает. Бисквит, есть. Да? Да, коллекционируют 300 гривен. Вот это вот немецкие коллекционные. Да, я их тоже показывала. Да, по 1500. Очень интересные. Угу. Ясно, ясно. Что ж, спасибо вам, Елена. Спасибо. Пока-пока. Хорошего дня, до свидания. До свидания. Всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока!